Десногорская команда «Автомобилист» продолжает свой путь в чемпионате Смоленской области по футболу. Во втором туре она сыграла с футбольным клубом «Печерск». Матч закончился в ничью 1-1. А уже в прошедшую субботу, 5 июня, наши футболисты на стадионе «Атомтранс» принимали команду «Камея» Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Первый тайм остался за игроками из Смоленска, а преимущество в игровых действиях вылилось в гол, который стал единственным в первой половине матча. После перерыва десногорцы заиграли острее и смогли заработать пенальти, который успешно реализовали. Смоленские футболисты были ближе к победе, однако, несмотря на преимущество и 3 стопроцентных момента, счет так и остался неизменным. После матча наставники обеих команд отметили сложный характер встречи, подчеркнув напряженность поединка. Физинститут — команда хорошая, они тренируются на протяжении многих лет, они играют в первой лиге уже. Молодые, хорошие, опытные ребята, бегают очень хорошо. Ну вот как бы команда тяжелая, но пока что ничья. Откровенно говоря, мы достаточно серьезно готовились к этой игре. И я старался донести до наших ребят, что матч нам предстоит очень сложный и соперник очень сложный. После трех туров команда «Автомобилист» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующим соперником десногорцев станет футбольный клуб «Торпедо» из Рославля. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.